день, уважаемые подписчики канала и интересующиеся 3D-печатью. В сегодняшнем видео мы вам продемонстрируем, в пятом видео мы вам продемонстрируем вот такое вот изделие под названием ключница. Размер этого изделия достаточно точно, 13 на 7 сантиметров. Состоит он из пластика трех цветов, соответственно, белый — это основание, черные — это крючки, и красные — это декоративные элементы в виде сердца. Вот всего получается у нас ключница, состоящая из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 из 8 элементов. Давайте ее собирать. Значит, есть у нас основа, которую в эту основу мы крючки в самом начале вставляем. Таким вот они хитрым образом вставляются. Достаточно интересно. 1, 2 и 3. Держится очень хорошо, плотно, модель рассчитана идеально. Вот это лицевая сторона ключницы. Здесь стоит логотип нашей компании, может быть логотип вашей компании, ваш адрес ваш, все что угодно. Вставляются декоративные элементы, сердечки. Мы вообще, это должно, конечно, склеиваться, но для того, чтобы мы могли его продемонстрировать, мы пока не склеили. Чтобы была разборная модель, и вам это все можно было показать. Ставим. Теперь соединяем две крышки, внутреннюю и внешнюю крышку. Все, она идеально подошла. Конечно, можно, если использовать, можно поклеить надо, чтобы все было красиво и держалось. И, допустим, для примера, ключики вешаем рядом с входной дверью, можно вешать сюда, все держится прекрасно, вес выдержит отлично, большой. Отличное изделие, хороший, нужный подарок. По времени печать заняла 10 часов. Общий вес пластика, который был использован здесь, напоминаю, трех цветов, красный, белый, черный, составляет, так, сейчас вспомню, примерно 43-45 грамм. Если вам понравилось это изделие ключницы, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если интересно, хотите сами такую у себя дома распечатать, пишите нам, либо в комментариях под видео, либо в директ, либо на почту, которую оставим под видео. Расскажем, покажем, поможем, модель пришлем, либо напечатаем для вас. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если хотите.